Первое заседание второго созыва молодежного парламента открыл председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко, который поздравил парламентария с вступлением в общественную организацию и предложил на должность председателя Ольгу Аносову. Ольга Сергеевна, лично я знаю уже там порядка 10 лет. На самом деле она около 15 лет в нашем районе, теперь уже Ленинском городском округе, ведет активную деятельность, общественную, политическую. Я знаю ее как добросовестного, неравнодушного человека, который как житель обращается и к органам власти местной, и государственной по решению каких-либо вопросов, способствовал развитию, на самом деле, таких гражданских институтов взаимодействия здесь внутри нашего коллектива и как Совета депутатов, и взаимодействия с различными общественными организациями. Для Ольги Аносовой это второй созыв, и оба в статусе председателя. На новых коллег по общественной деятельности она возлагает большие надежды и надеется на продуктивную совместную деятельность. Для этого на первом заседании были созданы три профильные комиссии. Комиссия по нормотворчеству, малому бизнесу, экономике, благоустройству, да, и, соответственно, комиссия по социальным вопросам, куда входят такие аспекты, как образование, здравоохранение, да, и работа с молодежью. Планируется вести приемные дни, то есть когда наши члены молодежного парламента будут принимать население, да, ну, в основном молодежь, молодое поколение, разговаривать о каких-то проблемах, да, помогать принимать решения. Удостоверение, подтверждающее статус членов парламента, молодым и активным вручил глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Глава отметил важное существование в округе такого молодежного объединения. Губернатор наш Андрей Юрьевич Воробьев ставит очень серьезные задачи по взаимодействию с жителями, по вовлечению их во все процессы. Хотелось бы, чтобы вы здесь были нашими помощниками. Лучше вас никто не знает. Молодежь, вы общаетесь, вы дружите, на вас, не побоюсь этого слова, равняются. В молодежный парламент вошло 15 человек. 10 из них были избраны путем прямых выборов, которые прошли в начале апреля. Лидером по подсчету голосов стал Илья Пономаренко. Какой-то предвыборной кампании я особое внимание не уделял, потому что я считаю, что нужно делами показывать себя. Вот, поэтому так и получилось. И надеюсь, что в молодежном парламенте мы будем меньше говорить и больше делать. Еще 5 делегировали различные общественные организации муниципалитета. Впереди у парламентариев 2 года работы на благо жителей Ленинского округа. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.